Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и сегодня у нас снова выпуск на рубрику «Мода на игру», когда соседы, которые присылают подписчики или просто гости канала. Поехали! И первый мод, или может быть единственный, не знаю, который мы с вами взглянем, это он называется «Cuphead достать соседа». Когда соседы стили в Cuphead, короче. Давайте взглянем на главный экран. Мы тут видим уже плюсик. Наверное, автор хочет, чтобы я ему плюс поставил сразу же, но нет, мы сначала проверим мод. Во-первых, мы слышим звуки. Прикольно, кстати. Вот так вот. Ну и давайте посмотрим. После того, как Вуди надоело доставать соседа, он захотел что-то другое. Он договорился с чашкоголовым, чтобы обменяться ролями, и теперь Вуди играет в платформе. А Вуди научил его доставать своего соседа. А еще Вуди познакомил своего кузена, а Cuphead с братом Магманом. Я сам в Cuphead никогда не играл, но я видел прохождение. Мы даже играем за чашкоголового. Прикольно. Даже анимацию через двери как-то продумали сделать. Прикольно, прикольно. Ого, на кирпичах прям расчерчено. Классно, прикольно выглядит. Очень прикольно. Блин, реально красиво смотрится. Ну, коряво немножко, но все равно прикольно. Ого, прикольно он прыгнул. Давайте дальше смотреть. А сосед как выглядеть будет? Нет, сосед также будет выглядеть. Музыка, я так понимаю, тоже из Cuphead, но я не помню, правда, какая там была музыка. А это Эндрюсен, тоже расчерчено на кирпичах. И Купан Плей вверх ногами. Прикольные анимации, кстати. Тут можно, кстати, расслышать музыку из второй части Индии. Иди пока цветок нюхай. Я что-то заболел, кстати говоря. Мама меня заставляла пить витаминки, капсулы с рыбьим жиром внутри, а у меня аллергия оказалась на них, и вот теперь я болею. Ну, все-таки у меня на рыбу аллергия, ну, думала она, что... Ну, может быть, я тоже надеялся, что там никаких этих не будет. Что не будет аллергия на рыбу. На рыбу-то у меня, точнее, сильная аллергия, но... А, кстати, а что будет? А, прикольно. Черно-белый, кстати. White WT. Я не знаю, кто это такой. Может, вы знаете. Но нет, на рыбий жир оказалась тоже аллергия, и вот теперь я болею, блин. Болею тот день, когда... Те времена, когда у меня день рождения, блин, будет скоро. Так, первый уровень. А день рождения в
В среду, кстати, будет. У вас, может быть, это даже будет завтра уже. Я это видео снимаю 31 мая. У Лёхи с чего хочу, то врачу. Кстати, сегодня день рождения. Поздравляем его с этим. Желаем ему счастья, здоровья и так далее. Хотя, когда это видео выходит, уже день рождения-то проходит. В общем, уровни те же самые, смотрю. Просто в стиле Cuphead. Прикольный модик получился. Кстати, тот, кто прислал этот мод, просил, чтобы я еще заглянул и записал. Заглянул в папку бонус, которая идет вместе с этим модом. И реакцию, кстати, записал. Ну, хорошо, давайте. Почему бы нет? Смотрим, что там. Ну, давайте три уровня пройдем. И уже тогда в бонус заглянем. Прикольно, прикольно. Телеэкранчик. Ого, ничего себе. Даже текстуры некоторые заменены. Дурацкие капсулы, витаминки эти. Нет, не успею, уже не успею. Я думаю. Да, не успею. Кстати, я только сейчас заметил, что во втором уровне он телевизор закручивает антенну медленнее, чем в первом уровне. Я только сейчас это заметил. Прикиньте. Давай пили быстрее. Как это выглядит будет, кстати. Ничего себе. Обалдеть. Ой, ладно,
Так, давайте теперь еще пирожок пройдем. Блин, как я обожаю этот звук. Забавный. Мне кажется, яблочный пирог легче, чем день рождения. Не-не-не-не, потом. Так, ну и какой бы уровень нам еще посмотреть? Вот этот. Ну тут изменений-то вообще никаких нет, кроме персонажей и звуков. И текстурки одного предмета. А, нет, вот еще кое-что есть. Животные домашние выглядят. Вот так. Интересно, как выглядит собака? А, собака, по-моему, мы видели уже, как выглядит. Да, то есть оно выглядит... А, то есть мы под обоссанной кроватью все-таки прячемся. Понятно. Так, а вот собака выглядит так же вроде, да? Ну да. Ладно, вот такой вот модик, короче. Как бы нам его оценить? Ну, автор не прогадал. Плюсик я ему поставлю. Но все-таки... Ну, знаете, изменений не так уж и много. Да, персонаж изменен. Анимации довольно прикольные, хоть немножко тоже недоработанные. Но все равно выглядит довольно прикольно. Мистер Дуде. О, вот он, автор. Ну, в принципе, кроме персонажа вообще никаких изменений больше нет.
Ну ладно. Автор просил, тот, кто мне прислал, просил заглянуть в папку «Бонус», и давайте это сделаем. Чик-чик. Итак, мы переместились в папку «Бонус», я ее поместил сюда. В папочку обычную, чтобы никаких проблем в архиве не возникало. Потому что архиватор может глючить. Ладно, давайте посмотрим, что тут за файлы. Во-первых, музыка какая-то. Блин, громко как, а? Извините. Ладно, посмотрим, что здесь. О, прикольно. Это Джо, типа, да? Джо, который абсолютно... Я видел мод, начинался так же. Который абсолютно что? Так, Cuphead Andrew Simon написано. А, прикольно. И он рисовал прикольно, кстати, да. Cuphead Andrew Simon... Да. Andrew Simon 4... Cuphead Funny. А это тоже Funny, ну это типа авторная, это автор нарисовал получается. Так, это та самая крутая анимация. Evil Jazz. Я не знаю, что это за музыка, может это музыка из Cuphead. Надеюсь, авторских прав здесь нет. Экзит, что написано? Выйди отсюда, разбойник ты. По-украински, что ли, написано? Так, для Эндрю Сэма, ну давайте почитаем. Если это прочитал Эндрю Сэм, спасибо, что и... Спасибо, что играешь в Cuphead. Сделай еще прямую трансляцию. Что укрутить, сделать мод круче. Это демо-версия мода. Это демо-версия, только серьезно. Для Максимадзе. Если это прочитал Максимадзе, то так... Какое твое мнение об игре Cuphead? Ну как? Какое мнение? А ну, ну, игрушка прикольная достаточно. Я видел прохождение, сам не играл. Но то, что я увидел, в принципе, мне понравилось. Хотя куча всякой неведомой фигни там есть. Что укрутить в этом моде? Ну, мне кажется, окружение надо немножко добавить какого-нибудь. А то просто изменений других вообще нет, кроме персонажа. Ну и немножко несколько других текстур и звуков. Ладно, посмотрим, что тут. Хэссе. Это что такое? Movavi. Кстати, у меня такой видеоредактор. Ингейм. Это оригинальная музыка из соседа. Максимадзе. Что это такое у нас? Это я, да? Блин, что это такое? Что это за пипец? О, да. Если вам понравилось и хотите подписаться, я буду и дальше над видеофильмами стараться. Сказал Максимадзе. Да. Красавчик ты какой! Просто молодец. Просто прям... Ну, молодец, ну красавец просто. Меме. Мема Эндрю Сэма, да? Ай да Гарри. О, очки 3D. А здесь очки 3D нужны? Это непонятно, что такое. Ну, это типа Эндрю Сэм в своих этих нарядах, так сказать. О, ничего. В своей всем известной кофте вот этой. Ветровке или что это? С капюшоном. Да, это известная, блин, фраза. Это что, пост? Сплэшер. Ох, нифига себе, сколько тут. Давайте посмотрим. Кто тут есть? Агент Виктор Пулин. Сосед, ну, ротвейлер наш Вуди. Вадя из когда соседа 3-4. Андрей Звезднов. Студент из когда соседа студента. Ну, это тот, за которого мы играем, точнее.
Клара Захаровна из когда сосед квартиру это тоже когда сосед квартиру это я не знаю откуда это чувак из когда сосед соседку это не знаю по-моему из принц Персии Жанны Халиф по-моему вот это не знаю откуда это не знаю Татьяна из Сергея Звездунова и там еще кто не знаю это непонятно кто. Новая одежда Вуди, я так понимаю. Анимация Эндрю Сэма. Да, красота. Задний фон красивый у него, кстати. Что-то я не понимаю, кто это такой. Это картинки из его... Из той самой игры. О, боже, боже! Это тот самый ужасный коктейль. О, фу. Да. Так, ты с ФНАФом сравнивается, что ли? О, да. Это типа реально трэш-коктейль. Это глаза трэш-коктейля, ребята. Это не я сделал. Причем. А, все, закончились фотографии. Список. Что у нас там по списку? Список модов, когда соседа наркомедия. Когда соседи будет хардкор. И Cuphead. Это мы с вами все играли. Игры. В эту игру мы играли. Я на стриме играл. У меня что-то аж бомбило от сложности там. Ну и вот это вот. FNAF я вроде бы играл. Ну, по-моему, от Глеба Банникова играл. Ну и все вроде бы ничего. А, вот еще. Что-то есть. Блин, как увеличить тут. А, вот так. Ваше отражение, выражение лица, когда увидел, сколько задали домашки на дистанционном обучении. Фух, какое счастье, что оно у меня закончилось. Ну, знаете, на самом-то деле, вот что. Мне дистанционное обучение нравилось больше, чем обучение в школе. В школе это просто жизнь была, конечно, полная. У меня, не знаю, как у вас, у меня вообще жестко все было. Ну что ж, идем дальше. Следующий мод. Следующий мод называется «Когда соседа новый сезон». И выглядит уже, кстати, довольно привлекательно этот мод. Соседские ведомости газета. Автор мода Demon Fox Games. Дима Майдан, 2021. Ребята, прошедшие мод. Я только сегодня и прохожу его. Спасибо большое. Максимадзе и... Это Злейл, я так понимаю, да? Вроде бы. Короче, здесь всего три уровня. И выглядит... Менюшка выглядит прикольно. Так, снова нашел Вуди готовится к съемкам. После долгого перерыва Вуди вновь выходит на сцену, но нужно вспомнить, как что делать. Поэтому вы с Вуди вспомните, как путешествовать по комнатам и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кстати, кнопка вот эта вот выходная, как из альфа-версии, когда соседа оригинальный. Она не выходила никогда публично, но есть картинки в интернете. Прикольно, кстати, выглядит. О, нифига себе, погодите. У Вуди даже глаза моргали. Погодите, ну-ка, погодите, дайте-ка посмотреть на это. Прикольно. Окошко немножко не соответствует реальному времени суток и погоде, ну, тем не менее. Погоде, точнее, времени суток соответствует, а погоде не очень. Погодите, кстати, мне показалось, или это звук завершения уровня такой, звук, это как звук завершения миссии в GTA Vice City. Ладно, сейчас пройдем какой-нибудь и посмотрим. Ночная стирка. Вот неудача. Вечером Винсент возвращался с магазина, как вдруг упал прямо в лужу. Винсент был очень расстроен в лужу. Поэтому он хоть как-то пытается отстирать одежду. Между делом он идет посмотреть в окно, чтобы снять стресс. Узнав об этой ситуации, Вуди заходит в дом.
И забывать прятаться под кроватью, хорошо. Что ж, выглядит прикольно. Реально классно выглядит. Очень классно выглядит, серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим вниз скорее. Куда он пойдет? А, туда? А, он не в стиральной машине стирает, он стирает ручным способом. Здесь ничего нет, я так понимаю, да? А ключ где взять? Горячие предметы берут. Вот оно в чем дело. Ладно, посмотрим. Я что-то на кухне больше ничего не вижу, что можно взять. Где взять? Ключ тоже непонятно. Мог бы быть ключик под ковром, но я и под ковром даже не вижу. Я так понимаю, вот это сюда нам надо. А, нам вообще аптечка не надо, мне кажется. Не, все нормально со звуком. Ха-ха, вот это рожа. Точно, это из GTA Vice City. Жаль, вот только что... Прикольная анимация, кстати. Вот в GTA Vice City жалко, что такая музыка будет после завершения миссии, да и в других частях тоже, ну кроме пятой. Она будет играть только если в настройках будет включена музыка. А если музыка будет включена, то будет играть радио в машине. Жаль, нельзя делать так, чтобы радио отдельно, музыка отдельно. А с радио я играть не могу, потому что авторские права могут быть. Запросто. Авторские права нам нафиг не нужны. Может быть, можно, конечно, звук вставлять отдельно в редакторе. Для красоты. Ну, наверное, я в следующий раз так буду, кстати, делать. Новое утро. Не успев протереть глаза, сосед мигом мчится на кухню, чтобы выпить кофе. А после кофе можно поесть любимого вишневого пирога, который Винсент спек по рецепту своей мамочки. Но про гигиену забывать нельзя. Поэтому сосед направляется в ванну, чтобы почистить зубы. Что же может пойти не так? Коробка сойдет для укрытия от соседа. Хорошо. Так, не будем это смотреть. Ничего себе, какая коробка здоровая. Это ж куда это ему такая? Что ж там внутри лежало-то, интересно? Кровать, что ли? Чё ты не заходишь туда? О, ничего себе пирог у него. Пирог как будто инопланетный какой-то у него. Идет зубы почистить сосед. Так, может это сюда? Блин. Это сюда? Нет. Ну и это, я так понимаю, тоже не сюда. Посмотрим, как это выглядит. Ну, выглядит прикольно, на самом деле.
Ну, во-первых, туалетная бумага. Вот где взять ключ, понятия не имею. Под каким-нибудь ковром, может быть, по идее, где-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги. Как ниндзя. Трюк с мылом сработает только... А это разве мыло? Вы уверены, что это мыло? Так, ну я так понимаю, в пирог надо рыбу или... Соус. А куда соус, я не знаю. Самый острый соус в мире. Ну, по идее, сюда, наверное, его надо. Блин, это надо сюда было класть. Ну ладно. Ну или на кухню можно садить. Не пойму я что-то, почему нельзя соус сюда? Может быть, я туплю где-то, но мне кажется, что тут чего-то, что тут что-то не так. Может быть, конечно, соус надо еще раз, хотя вряд ли. А, может быть, а, в щетку, может быть. Щетку, наверное. Почему я раньше не догадался? Давайте попробуем щетку. Надо было шарики тут тоже заложить. А че он не поскользнулся, я что-то ничего не понял. Да, точно, на щетку это надо было. Короче, а, нет, сработало. Немного необычным, правда, способом. Ладно, я затупил немножко здесь, извините, что не догадался про щетку. Ну ничего, сейчас будет классно. Классная анимация сделана. Обожаю этот звук. Спасибо за игру. Спасибо, что поиграли в мод. Когда следует новый сезон. Это был мой первый мод. Не судите строго, ждите многое другое в демо 0.02. Для первого мода это прям вообще шикарно просто. Прям лучше из лучших. И плюс оценочку я ставлю. Мод реально классный. Ого, ничего себе, бонус. Горячие клавиши, скриншот уровня. Камера фиксирует на Вуди отчет о багостях. Сюжет. Летним вечером Вуди сидел в своем кресле, и вдруг Вуди услышал звонок в дверь. Он, конечно, пошел проверить, что там. Открыв дверь, Вуди увидел письмо от своего режиссера Джо и сразу начал открывать конверт. Там было письмо о том, что Джо предлагает снять новый сезон шоу «Гадость соседа». Вуди очень обрадовался этой новости, а ведь Винсент давно переехал в новый дом. В новом доме найдутся идеи для новых пакостей. Новый сезон шоу начинается. Что ж, я надеюсь, этот мод будет полной версией. В отличие от того же микса или как достать соседа неудачный круиз, которые закрылись, так и не вышедшие в полной версии. Я общался с автором микса, Monkey, по-моему, он говорил, что он устал создавать мод. А вот с неудачным круизом непонятно совершенно. Кстати, почему-то я заметил, что все вот эти крутые моды, вот эти вот крутые, наподобие не... микс, неудачный круиз и вот это, почему-то они все используют одну и ту же музыку. Это один из саундтреков, когда с студента. Не знаю почему. Почему его все так любят. Ну, короче, на этом все. С вас, Лейкос.
все за сменяй эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на игру, когда соседы хотите их показать, присылайте мне в группу ВКонтакте. Можете в личку написать или в комментариях под видео. Всем пока!